Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Розмова на тему». Студії працює Марина Шкрупська. Сьогодні я рада вітати в нашій студії гостей, які розкажуть глядачам і мені дуже багато цікавого з цієї теми, де можна зараз нашим студентам отримати в Європі освіту у зв'язку з євроінтеграцією України. Це стало можливим і сьогодні ми більше для цього дізнаємося. Отже, якщо ви хочете більше дізнатися про європейську освіту, залишайтеся з нами. А я вітаю наших гостей. Це Микола Іванович Гагаркін, директор Київського інформаційного центру «Європейські перспективи» та Станіслав В'ячеславович Козлов, заступник головного редактора газети «Вечірній Ніколаїв». Доброго дня вам. Я рада вас вітати. Отже, тему я озвучила, але, чесно кажучи, так не буду говорити, що щось знаю з цієї теми, тому що дуже багато нових перспектив відкрилося. Що це за перспективи, який проєкт саме сьогодні ви нам представляєте? Отже, Микола Іванович. Добрий день, дорогі ніколаївці. Ну, на самом деле в Украине сейчас очень много всяких возможностей обучения, в том числе за рубежом. Мы бы хотели рассказать об одной из таких возможностей и пригласить выпускников школ, студентов профессионально-технической системы профессионально-технического образования принять участие в собеседовании для получения европейского образования в колледже туризма в городе Благоевград в Болгарии. Данные... Обучение предлагается по специальностям организации управления в гостиничном и ресторанном бизнесе, организации управления в туристическом сервисе и бизнес-администрирование. Образовательная квалификация, профессиональный бакалавр. То есть обучение в этой программе, в отличие от Украины, не 4 года, а 3. Форма обучения дистанционно-заочная. Ну и необходимо, чтобы там участвовать в этой программе, необходимо иметь загранпаспорт для того, чтобы поехать на установочную сессию. Какие еще условия должны быть? Отже, загранпаспорт, это зрозуміло, але ви перераховували тих, кого запрошуєте. Отже, який рівень освіти в Україні треба мати, щоб потрапити туди? Ну, необходимо иметь аттестат о среднем образовании, этого достаточно. Нужно подать заявление, анкету установленного образца, фотографии, сдать тесты. Ну, тесты, как правило, не представляют трудности для наших украинских студентов. Ну и ну вот и все. То есть обычно задают, нужен ли сертификат ЗНО для участия в этой программе. Сертификат ЗНО не нужен. Скажите, пожалуйста, до какого віку приймаються студенти? Ну, ограничений нет, лишь бы был аттестат о среднем образовании. То есть, а возрастные ограничения в Евросоюзе, то есть таких ограничений нет. Отже, зрозуміло. То есть мы приглашаем и учеников, и выпускников школ, и бабушек, и дедушек, и их пап, и мам. Пожалуйста, все вы можете принять участие в этой программе образования. Сколько людей предпочитается на участие в этой программе? Ну, неограниченно, то есть формируются группы. Кстати, последняя группа формируется до 24 сентября. То есть в этом году еще можно, ну, на этот учебный год, еще можно успеть попасть в список. Сьогодні 21-го. Сьогодні 20, ще 3 дні осталось, да, согласен, не так много, но тем не менее, если кто-то захочет, он имеет возможность, скажем, поучаствовать в этой программе уже сейчас. Ну, а следующая группа будет формироваться в апреле, то есть ученики 11 класса, еще не сдав этот, как это, выпускные экзамены, ЗНО, они уже в апреле месяце могут быть зачислены студенты этого колледжа. А скажіть, будь ласка, отже, зрозуміло, що це не одноразова якась акція. Скільки планується продовжувати такий взаємозв'язок між Україною і Болгарією? І наскільки зараз багато зацікавлених абітурієнтів до вас вже звернулося? Ну, я думаю, поки Україна буде двигатися в європейському устремлення, буде в Європу, я думаю, що це... Я думаю, вряд ли она уже поменяет, скажем, эти устремления. То есть настолько будет продолжаться эта программа. Потому что болгары очень дружелюбно относятся к украинским студентам. И с удовольствием принимают группы для обучения. И даже сделали скидку для украинских студентов.
То есть для информации, ну, во-первых, это обучение длится не 4 года, а 3. И стоимость для болгарских студентов это 1500 евро в год. Для украинских студентов это 700 евро в год. То есть хорошая скидка и дружелюбное отношение, доброжелательное. Обучение происходит и на болгарском, и на русском языке. То есть можно обучаться либо так, либо так. И поэтому вполне доступно для любого украинского школьника. На сегодня порядка 40 человек в этом году. Сформирована группа такая из разных областей Украины. И, ну вот, предыдущие, я точно не знаю, там, ну, не, там есть такая система, может быть, кто-то академический отпуск взял. Дело в том, что студенты этого колледжа через полгода обучения, они начинают уже стажироваться. Стажироваться в гостиницах, отелях, в туристических фирмах в Болгарии, Македонии, Греции, Турции. И ну, некоторые берут академотпуск, настолько их увлекает эта стажировка, что они иногда берут академический отпуск, чтобы ну, продолжить обучение немножко позже. То есть, ну, тут еще может быть финансовые вопросы, потому как это стажировки платные, то есть люди зарабатывають собі на обучение, на дальше обучение. Зрозуміло. Тобто є можливість через півроку заробляти собі на навчання. Да, обычно оплачивают первый год, и через полгода уже имеют возможность заработать эту сумму и ну, гораздо большую сумму. Ну, і отримати дуже гарну практику, до речі. Самое главное, вот чем для нас интересна эта программа, что наши украинские граждане получают неоценимый европейский опыт, качественного сервиса, качественного обслуживания в ресторанах, в отелях. То есть, ну, этот, надеемся, что этот опыт все-таки будет привнесен в Украину тоже. А, так зараз там же навчаются наши какие-то студенты? Да, чи конечно. Это первая группа? Нет, конечно, это уже третий год у нас в Киеве. Допустим, мы формируем, во Львове начали формировать даже еще раньше. То есть эти группы. Ивано-Франковске. Во Львове и Ивано-Франковске начали формировать группу еще раньше. Вот мы уже третью группу в этом году сформировали. Ну, продолжаем формировать до 24-го, до 25-го, до конца этой недели. Ну, какие відгуки студентів, які там навчаються? Чим вони з вами діляться, що розповідають, що відрізняє від нашої освіти, можливо? Ну, в этой программе принимает участие в том числе заместитель главного редактора газеты «Вечерний Николаев» Станислав Вячеславович, может быть, он участвовал непосредственно, может быть, он поделится своими впечатлениями, в том числе впечатлениями студентов, вместе с которыми он проходил, скажем так, участвовал в этой программе. Станислав Вячеславович, яка участь вас у вашей программе, у цій програмі? Давайте з'ясуємо спочатку, щоб знати, від чого відштовхуватися. Как журналіст, очевидец, скажем, непосредственный участник, я був у Благоевграді. Познакомился с городом, с его историей, культурой, был, естественно, в колледже. Хочу сказать, что Благоевград это хоть и по нашим меркам может небольшой город, но это один из таких студенческих центров Болгарии. Там есть два огромных университета, американский университет и юго-западный университет, болгарский непосредственно. И вот это третье высшее учебное заведение, это колледж туризма. Студентов очень много, студенты из разных стран, в том числе и из Украины. Настоящее студенческое братство, все дружелюбные, как говорится, все люди, братья должны помогать друг другу. Колледж, он не такой, как не настолько велик, как эти два университета, но зато он располагает к себе такой вот домашней, я бы сказал, семейной атмосферой. То есть очень такое доброе отношение к студентам. Администрация входит там в какие-то там, ну, понимают проблемы студентов, особенно студентов с Украины, то есть как бы людей, скажем прямо, не особо обеспеченных в своем большинстве. Готовы идти навстречу, готовы помогать. Те же вопросы, допустим, с академическими отпусками, с выдачей каких-то справок, которые необходимы на территории Украины по тем или иным вопросам. Открыть визу. Как бы Болгария страна, которая входит в Евросоюз, но не является участником Шенгенской зоны. То есть с визой особых проблем тоже не возникает. Ну, по крайней мере, с теми, с кем я общался, таких проблем ну, ни один человек не говорил, что вот мне там визу не открыли. Как бы болгары сами в этом заинтересованы, они понимают, что многие болгары уезжают работать в Западную Европу. То есть оголяют в себя свои тылы. Вот. Им выгодно привлекать вот, в Болгарию, в другие балканские государства, выгодно привлекать
украинские... Ну, если так добре в Болгарии, чему они едут на Запад? А потому что как бы, они ищут где лучше, где можно больше заработать. То есть, если для нашего человека там в Болгарии 500-600 евро зарплата, ну, как бы, ну, приличная, да, то болгары думают, где можно заработать, там, 1000, 1500, 2000. То есть, как бы, это Евросоюз. Угу. Это, как бы, отсутствие практически границ. Вот, это свобода передвижения, это свобода поиска места работы, места приложения своих капиталов. И вот, кстати, я еще хочу сказать, возрастные ограничения, да, вы задавали вопрос. Я столкнулся с тем, что есть люди и очень взрослые среди студентов, у которых свой бизнес. И они едут туда, учатся там для того, чтобы не уехать в страны Евросоюза, там, Средиземноморье, а для того, чтобы научиться получить опыт практически и развивать свой бизнес здесь, в Украине. Угу. То есть, есть и такие люди. В зависимости от того, какие, у кого какие устремления. Кто-то может поехать заработать денег на Западе, получить образование, заработать денег на Западе, вернуться сюда и развивать здесь свой бизнес. То есть, возможно, и такое. И еще момент, диплом, который получает выпускник колледжа туризма, он по межгосударственному соглашению признается и здесь, в Украине, и признается во всех странах Европейского Союза. То есть с этим дипломом не нужно, как сейчас там бегут там сирийцы, иракцы, где-то там лезть под колючую проволоку, под забор, прятаться, потом искать нелегальное место работы где-нибудь там посудомойкой или кем. Ты приходишь, ты показываешь свое образование, ты можешь получить вид на жительство, ты можешь официально работать и чувствовать себя защищенным и с социальной, и с юридической точки зрения. То есть, в принципе, чувствовать себя полноценным европейцем. Ну, взагалі, от в мене виникла така думка, що взагалі-то це добре набувати такого досвіду, тому що останні роки, особливо про Миколаївщину, говориться, що в Миколаївщині дуже великі перспективи щодо тут туристичного центру. Але як це робити, ми фактично не знаємо, як його розвивати. Ну, як вміємо, так розвиваємо, але з цього поки що... Як получиться. Так, експериментуємо. Можливо, так вийде, можливо, так вийде. І така перспектива мати фахівців, які бачили, як це робиться, це дуже добре. І скажіть, будь ласка, щодо розвитку бізнесу, так, потім, ну, в Болгарії, чи залишаються люди, який процент людей взагалі, от ви спілкуєтеся з студентами, який процент людей планує все-таки шукати краще в Західній Європі або в Болгарії, а який все ж таки хоче повернутися в Україну з тих, що навчаються? Ну, мы общались со студентами. Ну, кстати, выпускники наших, ну, вот этого колледжа из нашей страны, они работают не только, скажем, вот в Болгарии, Греции, Македонии, Турции, но в Швейцарии, в Германии, в других странах Евросоюза. То есть там этот диплом признается во всех странах, и квалификация... Даже в Южной Корее. Да, даже в Южной Корее. Даже в Южной Корее. Чудово. И по специальности. Какой процент планирует вернуться, ну, планирует работать в Украине? Ну, трудно сказать. Вот в той группе в прошлом году, в которой мы принимали участие, может быть, процентов 30 точно, ну, не планировали, скажем, выезжать, чтобы, ну, скажем, получать это образование для того, чтобы уехать из страны. Они ехали за практическим опытом. Да, за практическим опытом. Вот говорил Станислав Вячеславович, что были владельцы бизнеса, там, частных мини-отелей на Западной Украине, ресторанов, которые Колыб, там, в сети Колыб. Зеленый это, туризм. Да. Что, в принципе, актуально и для Николаевской области как раз. Угу. А, вот они как раз, они туда ехали за получением опыта качественного обслуживания, потому как, ну, ориентированы на привлечение туристов из Польши, там, Болгарии, других стран Евросоюза, которым тоже интересно приехать в Украину, посмотреть, как здесь. То есть, и отримати якісну послугу при цьому. Да, абсолютно. То есть мы гарантируем качественное европейское образование. При этом обучение происходит на болгарском или русском языках, то есть не вызывает трудностей. Параллельно, извините, параллельно люди английский учат, то есть они приобретают опыт, ну, не просто академического знания языка, а непосредственно общение с носителями языка,
роботи в отелях, ну, то есть. Станіслав Вячеславович, ще до вас питання щодо студентів, якщо ви з ними спілкувалися. Скажіть відгуки про відміну нашої освіти і європейської освіти. От чим відрізняється наша освіта? Фактично ті самі коледжі. Так, у нас є також коледжі, в яких навчаються студенти з тих самих спеціальностей. Можливо, навіть деякі студенти і в Україні отримали таку освіту, а туди поїхали розвиватися. От відгуки, чим відрізняється освіта в Європі і в нас? Наразі зараз. Ну, в чем образование в целом отличается, можно говорить долго, но я бы хотел сказать несколько, ну, выдвинуть несколько иной тезис. У нас, возможно, кто-то и боится, что вот возьмут всех студентов, повыманивают там на Запад, еще куда-то. По словам самих же студентов, дополняет, это взаимодополняет наше образование и европейское образование. То есть не обязательно, если человек поступил в этот болгарский колледж туризма, он возьмет, сразу уедет и все, и больше сюда не вернется. Он, как правило, получает, и таких много, кто получает образование и здесь, в Украине, и там, в Болгарии. То есть там он один-два раза в год приехал, да, когда вот там сессия, и, либо он поехал на стажировку. Но основную часть времени, как правило, в подавляющем большинстве, наши украинские студенты проводят здесь, на родине, и параллельно здесь получают украинское образование. Одно другому совершенно не мешает. Наоборот, взаимодополняют друг друга. А ви там не знайшли для себе, наприклад, якихось варіантів продовжити освіту? Ну, або вдосконалити? Как-то об этом серьезно не задумывался. Я вже в житті определився, я так вважаю, але, як говориться, з іншої сторони, в житті завжди є місце подвигу. Бог його знає, як воно буде далі. Кстати говоря, вот мы тоже во время общения со студентами задавали такой вопрос, какие у вас планы дальнейшие. То есть один из аргументов, почему студенты принимают участие в образовании за рубежом, в том, что вот этот сертификат, ну, диплом, болгарский диплом, вот этот с европейской сертификацией, он будет дополнительным, скажем, дополнительным аргументом для работодателя в Украине взять именно этого, именно этого студента, выпускника к себе на работу, потому как работодатели тоже как заинтересованы. Тем более это не только диплом, это еще и как, да, досвид. То есть это хороший европейский опыт, хорошего качественного обслуживания. То есть это очень интересует современных украинских работодателей. Можна тоді не боятися, коли до вас прийде ревізор, так? І що да. вас осоромлять на всю Україну. Я нагадую нашим глядачам, що ми в ефірі телеканалу «Миколаїв» говоримо про європейську освіту і про ті можливості, які зараз надаються нашим студентам, які хочуть отримати якісну освіту в сфері, навчитися працювати в сфері обслуговування. І зараз мова йде саме про освіту в Болгарії і набор групи на навчання в Болгарії, який триває зараз до 24 вересня, а також в квітні, так, в апрелі, в квітні. Починаючи з квітня, будуть ще набиратися групи. І для тих, хто зараз для нас приєднався, я попрошу Миколу Івановича назвати ще раз, які професії, яким професіям, яким спеціальностям можна навчитися в болгарському коледжі. Да. Добрый день тем, кто к нам только что присоединился. Мы приехали сюда, чтобы пригласить вас на собеседование для получения качественного высшего европейского образования в колледже туризма города Благоевграда, Болгария, по специальностям организации управления в гостиничном и ресторанном бизнесе, организации управления в туристическом сервисе и бизнес-администрирование. Образовательная квалификация, профессиональный бакалавр. То есть форма учебы заочно-дистанционная, срок обучения 3 года, в отличие от Украины, в Украине 4. И возможность стажировок в Украине и за рубежом. То есть... Ну і нагадаємо тим, хто при нас скажемо про те, що навчання платне, але є можливість заробити, так? Під час стажування, всі ці стажування, практики, як говорять у нас, вони оплачуються, і праця, і студенти мають можливість самі собі заробити на це навчання, так? Да, абсолютно верно. Причем, еще раз повторим, что наши болгарские партнеры делают для украинских студентов хорошую скидку. Если для граждан Болгарии
это обучение стоит 1500 евро в год, то для граждан України 700 євро в год. У мене паралельно виникло питання про проживання наших студентів. Так, де вони проживають, в яких умовах, як оплачується це проживання ним, чи це соціальне житло якесь? Ну так, да, це недорогий отель, але це окремий отель. Для нас головне – безпечність студентів. Тобто студенти живуть окремою групою, в окремому міні-отелі. Тобто проживання там недорогое, для студентів там теж робляться хороші скидки. Тобто студенти самі мають також оплатити своє проживання в цьому отелі? Там є кілька варіантів, але ми все-таки, тобто можна в соціальному общежитті, але все-таки ми рекомендуємо студентам останавливатися в цьому міні-отелі. Стоїмость там невисока, але все-таки безпечність для нас дуже важна. Хоча це такий спокійний город, це небольшой город. Порядка 70 тисяч населення. До речі, про безпеку, то якби я ставила себе на місце там мам, да. Так, які відправляють своїх дітей, особливо якщо це там після школи, це 17-18 років, це досить такий, ну, вік соблазнений, да, як да, то кажуть, да. Так? І потрапивши в таку обстановку ще й далеко від дому, тут-то воно в Україні багато чого починають витворяти, а там, ну, просто переживати, особливо там, наприклад, мами дівчаток, так? Що там буде, як там буде, чи є там якісь вихователі, чи, можливо, який зв'язок з батьками, да, зворотній, як батьки можуть дізнатися, чим їх там дитина займається, звісно, навчається, не навчається, як це відбувається у вас? Це в голові цієї групи є опитний педагог, також є врач і психолог, тобто теж супроводжують групу. Да, супроводжують цю групу, тому як... Еще раз говорю, что безопасность и ну, здоровье детей, психологическое здоровье для нас это очень важно. Еще вот о чем говорил Станислав Вячеславович, в этом городе находится крупный американский университет, и в плане преступности это самое наиболее такое безопасное место в Болгарии. Город, где можно свободно гулять ночью одному. Серьезно. Ну, краще не треба. 17 років. Ну да, краще. Ну, дело в том, что студенты живут все-таки обособленно в этом мини-отеле. Ну и все-таки мы стремимся к тому, чтобы студенты в первую очередь учились, а вот эти соблазны, чтобы они их не касались. Ну, кроме обучения, во время установочной сессии и сдачи экзаменов проводятся экскурсии, выезды там, в интересные места. То есть обучение вот это проходит очень так, ну, вот, динамично и интересно. Если можно, вот этот момент еще хотелось бы тоже отразить. Мы его как-то обошли стороной. Мы знаем Болгарию прежде всего как центр такого, ну, морского туризма, да, там, курортного. Вот. А Благоевград находится на юго-западе Болгарии, то есть море далеко, но вокруг горы. Вот. Знаменитые болгарские курорты, как Банска, там, Сандалский, то есть это все вот этот регион. Недалеко город Петрич, где жила знаменитая Ванга. Рядом Родопские горы, Рилские горы, знаменитый национальный парк Рила. Рилский монастырь – это как бы практически одно из таких мест, откуда пошло болгарское православие. Вот это Рилские озера. Там очень много интересных достопримечательностей, и природных, и архитектурных, и исторических. Вот там есть на что посмотреть, поверьте. Хотя до моря далеко. Ну, если есть желание, можно и на море поехать. Ну, тільки групою супроводу, напевно. Дякую вам за надану інформацію. Нашим глядачам нагадую, що у нас в гостях був Микола Іванович Гагаркін, директор Київського інформаційного центру європейської перспективи, та Станіслав В'ячеславович Козлов, заступник головного редактора газети «Вечірній Миколаїв». Ми говорили щодо європейської освіти, щодо освіти наших студентів у Болгарії, але ще одне питання, коротко і чітко, куди приносити документи? Ну, я думаю, что здесь пока был телефон, наверное, был в бегущей строке. Вы там можете записаться на собеседование в Киеве, направить нам почтой. Ну, в интернете здесь можно найти информацию? Да, в интернете, то есть по телефону вам скажут адрес сайта, и вы можете там прямо на сайте оставить свое заявление. Дякую вам за надану інформацію. Думаю, що знайдеться багато зацікавлених осіб.
в такому навчанні, тому що це дійсно якісна освіта. А якісна освіта – це перспектива нашої країни все-таки наблизитись до Європи в сервісі, в обслуговуванні і взагалі в погляді на життя. Дякую вам за бесіду, дякую глядачам, що залишалися з нами. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв», у нас ще багато цікавої інформації для вас. До побачення!